Сегодня российское общество испытывает дефицит духовных скреп, милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и взаимопомощи. Дефицит того, что всегда, во все времена, исторически делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. Президент России Владимир Путин. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это телевизионная программа «Скрепы» и я, ее ведущий Роман Балашов. Программа, в которой мы обсуждаем наиболее сложные и глубокие проблемы современного российского общества через призму вечных вопросов. Пытаемся разобраться и понять глубинные мотивы и причины происходящего. В нашей сегодняшней передаче мы мысленно перенесемся на 563 года назад, в трагические для всего православного мира события 29 мая 1453 года. После многодневной осады войска турок-османов взяли столицу Византийской империи – Константинополь. Последний император некогда великой страны пал, как простой воин, среди последних защитников храма Святой Софии. Это событие оказало колоссальное воздействие на весь ход тогдашнего миропорядка, повлекло за собой кардинальное изменение политической карты Европы. После падения Константинополя, или как его называли на Руси Царьграда, особенно остро встал вопрос о значении православной веры для нашей страны. На Западе в течение длительного времени старательно умалчивалась та цивилизационная роль, которую играла Византийская империя для Европы в мрачные годы раннего Средневековья. Состояние европейской цивилизации в период с 5 по 9 век нашей эры Уинстон Черчилль в своей «Истории англоязычных народов» охарактеризовал очень емким словом «темные века». Заглянуть в эти темные века мы можем через 4 окошка с тусклым или цветным стеклом. Всего 4 письменных памятника об истории Британии этого времени. В этот исторический период главным источником знаний, культуры и веры для Европы, терзаемой варварскими нашествиями, стала Византия. Об этом очень не любят вспоминать на Западе, равно как и о той роли, которую окрепший и возродившийся под братским христианским крылом византийских императоров западный мир сыграл впоследствии в уничтожении этой православной цивилизации. 8 лет назад владыка Тихон Шевкунов снял замечательный фильм «Гибель империи. Византийский урок». В нем были очень четко и ясно показаны источники расцвета и причины падения одной из самых великих держав древнего мира. Фильм сразу встретил громадный шквал критики со стороны нашей либеральной общественности, критики бессистемной и лживой. Причиной такой реакции стало то обстоятельство, что главным источником, главной скрепой, которая объединяла единство и силу Византийской империи, питала и обогащала ее культуру, защищала от внешних и внутренних врагов, была православная вера. Именно на этом великом и плодоносящем древе и возникла византийская цивилизация, выросшая из языческого Рима и получившая, благодаря христианству, новое вселенское значение. Подрубив это древо союзом с католическим Римом, империя подписала себе смертный приговор. Всего век спустя, рассуждая о причинах гибели Византии, преподобный Максим Грек с горечью писал: «Где тот всемирный свет благоверия, который, подобно солнцу, просвещал всю вселенную? Где ныне те, превышающие ум и слово чудеса Пречистой Божией Матери, которые совершались в этом граде, избавляли его сверх всякой надежды от частых нападений варварских? Почему все это ныне погасло? Почему ныне не восстает градохранительница и владычица его на заступление и избавление? Очевидно, что по причине неисцельных беззаконий, на которые прежде дерзнули в всем граде праотцы наши». Главным из этих беззаконий стала измена православию, выразившаяся в подписании Флорентийской унии, где в угоду сиюминутным политическим целям со стороны византийских элит был совершен акт предательства по отношению к собственной вере. Именно с этого момента Россия осталась главным оплотом мирового православия, стала Третьим Римом. Мы все помним со школьной скамьи послание старца Филофея великому князю Василию Третьему. «И теперь молю тебя, и снова молюсь ради Господа, чтобы все христианские царства сошлись в твоем царстве, а после этого ожидается царство, которому нет конца. Помни и слушай, благочестивый царь, все христианские царства сошлись в твое единое. Два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть. Твое христианское царство иным не заменится». Отказавшись принять в 1439 году Флорентийскую унию, наши государи окончательно сформировали тот базис, который позволил нашей стране стать великой державой и пройти через все испытания.
Великий русский ученый Дмитрий Сергеевич Лихачев так писал об этом событии. Отказ великого князя московского Василия Васильевича принять Флорентийскую унию 1439 года с римско-католической церковью был актом величайшего политического значения, ибо это не только помогло сохранить свою собственную культуру, но и способствовало воссоединению трех восточнославянских народов, а в начале 17 века, в эпоху польской интервенции, помогло сохранить русской государственности. Наши предки взвалили на себя колоссальную по своей тяжести ношу, ношу заступников и спасителей православной веры. Наш народ вынес эту ношу в годы безбожия и воинствующего атеизма. Именно с мыслью о защите наших православных братьев сражались русские солдаты на Шипке в 19 веке и совершали свой легендарный марш-бросок на Прищину в 20 веке. И именно поэтому Россия, воссоединившись с Крымом, спасла от уничтожения колыбель русского православия. В далеком 1993 году я, тогда еще студент-первокурсник философского факультета Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, впервые услышал лекции выдающегося российского политолога Александра Сергеевича Панарина. В этих лекциях он очень четко обозначил основную парадигму развития современного мира. Ей является противостояние двух великих наследников Римской империи – Америки, выступающей преемником западного, глобалистского и языческого Рима, и России, прямой наследницы Рима Восточного, связанного с христианством. Главной целью Запада является то, чтобы мы, как православный народ, перестали воспринимать себя как великое, сильное государство, священную империю, наследницу Византии. Посчитали бы Россию слабым, ничтожным, неспособным ни на какую брань государством, единственный удел которого – подчиниться глобальной империи, восставшему Первому Риму. Панарин писал: «Сегодня глобальная катастрофа все явственнее выступает перед нами в ином качестве, как начатая победителями в холодной войне Четвертая мировая война за передел мира и право беспрепятственно распоряжаться планетой по своему усмотрению. Мы очень хорошо выучили уроки истории. В современным миром главным противником Запада стала наша страна и наша вера. Эта борьба идет на самых разных фронтах. От попыток изменения базовых моральных и нравственных принципов, на которых тысячелетиями строилась мировая цивилизация, до прямых актов военной и политической агрессии. От действий деструктивных и тоталитарных сект на территории нашей страны до прямых запретов права людей ходить в собственные храмы и исповедовать свою веру, как это происходит сейчас на территории современной Украины. Именно с этими цивилизационными вызовами нам предстоит сражаться на внутренних и внешних фронтах. И с Божьей помощью мы, как и всегда, выйдем из этой битвы победителями. Храни вас Бог и всего вам самого лучшего!